Друзья мои, сегодня борщ. Первым делом кладу ложку аджики в бульон, капусту, картошку в мультиварке, ребята, в мультиварке, морковка, лук. Мясо. Ну, от косточки, которые варили, мясо. Ингредиент, который я всегда добавляю, это лимончик. Вот несколько штучек. Для чего, сейчас скажу. И кладу свеклу. Все. Закрываем мультиварку и пускай на час у нас варит. Все, борщ готов. За это убивать надо!